Доброго времени суток, дорогие зрители, гости и подписчики канала. Сегодня на обзоре у нас такая коробочка, тоже из моих запасов. Это у нас шведский реактивный истребитель J-29F Тунан. Производство данного набора — это фирма Hobby Boss. 48-й масштаб. Коробочка такая немножко помятая. Размеры данного самолета не очень большие. Он в длину где-то около 20 сантиметров. И размах крыльев где-то 21,5 сантиметр. Довольно маленький такой самолетик. Из истории самолета это... пару слов. Создан он был фирмой Saab и стал одним из первых в мире боевых самолетов со стреловидным крылом. Имел он довольно хорошие характеристики в течение более двух десятков лет. Исправно нес службу в роли истребителя и истребителя-бомбардировщика. В коробочке у нас такой красочный лист с расположением декалей и окраски, ну и куча литников из серого пластика и, соответственно, инструкция, рекламный какой-то листик. Ну, все по порядку, сейчас посмотрим. Я переложу для удобства коробочку, чтобы она нам не мешалась. Название самолета переводится как «бочка» со шведского. Ну и было прозвище у него либо «летающая цистерна», либо «бочка». В боевых действиях он поучаствовать успел, хотя производился с 48 года. А повоевал он во время миротворческой операции в Конго. 60-63, по-моему, год. Вот такой вот у нас литничок. Сейчас я вот так вот сделаю. И приближу немножко камеру. Вот такой литничок у нас тут, я так полагаю, дополнительные баки, части двигателя, хвостовое оперение ракет. Ну, вообще, это в основном вооружение, как я понял. Ну и носовой обтекатель самолета, я так полагаю. Отлито все довольно хорошо. Каких-то дефектов я не наблюдаю сильных. Ракеты, или что это у нас, неуправляемые снаряды, наверное, отлиты одной деталью. Сейчас сфокусируется, я надеюсь. Ну, во всяком случае, фотографии дальше будут. В любом случае. То есть, вот такой вот у нас литничок. На вооружении простоял он не очень долго, буквально до 65 года, по-моему, в шведских ВВС он состоял на вооружении, в Австрии до 68-го. Единственная, по-моему, страна, куда он экспортировался. Ну, вот такой вот у нас литничок с крыльями. Хотя самолет был со стреловидным крылом, но
законцовки были еще на тот момент вот такого круглого сечения, так сказать. Довольно пролитая очень хорошо, расшивка внутренняя, довольно детализированная. На фотографиях, я думаю, будет это еще лучше видно. Сейчас попробую приблизить. Не знаю, будет вам видно или нет. То есть воспроизведена мелкая клепка. То есть довольно хорошо все. В плане качества отливки. Ну, фирма Hobby Boss довольно хорошего качества делает самолеты, технику. Стыковаться, я думаю, будет без проблем. Так, еще у нас летничок такого плана. Здесь у нас стойки шасси, сами колеса, выполнены они из двух половинок. Конечно, это не очень удобно, потому что на самих колесах отлит протектор. Но я думаю, мы с этим справимся. Вот у нас стенки кокпита. Или нет, наверное, это ниши шасси, скорее всего, стенки. Оперение киля самолета. Ну и еще какие-то мелкие вещи. Вот это вот, наверное, стенки нашего кокпита. Вот эти две. Но это надо будет разбираться по инструкции в процессе сборки. Что там, как. Но отлито, повторюсь, очень хорошо все. На фотографиях, я думаю, почетче будет видно это все. Такой вот летничок. И еще последний, наверное, летник серого пластика. Это у нас с деталями фюзеляжа. И какими-то еще мелочами. А, ну вот приборная доска у нас здесь. Сейчас попробую приблизить. Вот она у нас, приборная доска. Отлиты приборчики. То есть, в принципе, можно делать его даже в таком варианте. Но я заказал к нему управление от фирмы Эдуард. Должно оно в ближайшие дни прийти. И я думаю, оно оживит наш кокпит. С внутренней части фюзеляжа, как видите, особо толкателей таких серьезных нет. Я думаю, тут они будут не очень заметны. Но на всякий случай все равно потом посмотрим, как что стыковаться будет. И может прошкурим. Ну, это вот у нас кресло. Это здесь, не знаю, что-то, наверное, детали тоже кокпита. Это у нас створки шасси с элементами усиления. В общем, отлито очень хорошо. Ну и вот сам фюзеляж с внешней стороны. Вот они у нас, стенки приборов с приборами. Как пите. Ну и вот детализация, довольно очень богатая расшивка. Очень тоненькая, с заклепочками. Качественное очень литье. Так, ну и последний. Вот такой летничок, он у нас упакован, помимо пакетика, еще в такой материальчик мягенький. Это у нас стеклышки.
как бы вам показать насчет. А, ну вот сейчас мы перевернем коврик. Ну вот как видите, конечно, есть искажение, но не такое сильное. То есть, в принципе, эффект линзы он присутствует из-за формы самого фонаря. Но помимо фонаря, здесь еще у нас есть посадочные фары, как я полагаю, еще какие-то небольшие части остекления. И выполнена клепка на элементах каркаса самого фонаря, что очень здорово. Вот такой вот тут у нас стеклышки такие. Дальше на фотографиях, я думаю, получше будет видно. Так, теперь перейдем к бумажным вещам. Сейчас я уберу коврик. Начнем, наверное, с инструкции. Инструкция довольно стандартного типа для Hobby Boss. Выполнена в черно-белом формате. Где-то А4, наверное. Такая, как книжечка. Ну, здесь у нас схема литников. И пошла сборка. Сборка кокпита, двигателя, шасси, вооружения. И уже вот у нас этап 8. Начало уже формирования нашего фюзеляжа. И уже непосредственно стыковка всего. Вот. Сразу указаны цвета для некоторых вещей. Также немаловажно написано, что нужно установить грузик 5 грамм. Это очень здорово. Немаловажная информация, потому что стойки у него очень интересные, попа у него довольно тяжелая должна быть, я так полагаю. Ну, такой вот у нас самолет получается. Этапов немного. Вот у нас сборка посадочной фары, то есть все у нас есть. Все четко прорисовано, понятно. Ну, собственно, как всегда у Hobby Boss. Так, что у нас еще из бумажек? Ну, бумажки — это вот у нас рекламный такой проспект. Я думаю, смысла нет на него смотреть. Вот. Тоже характерная вещь для Hobby Boss — это цветная такая вкладочка для окраски и расположения декалей. Краситься он нам предлагает в два варианта. Тот, я так думаю, что это у нас австрийский ВВС, судя по эмблеме вот этой. И шведский ВВС Трокрунер, или как он там правильно называется. Внизу дана таблица с цветами. Привязка у нас Мистер Хобби, Валеха, Модел Мастер, Томия и Хамброл. То есть можете посмотреть, какие у вас краски есть, подобрать. Ну, в принципе, красится он тут в основном в металл, поэтому тут особо проблем не должно возникнуть с подбором краски. И последнее, что у нас осталось, это декаль. Декаль не очень большая. Такой вот листочек.
Но я его открывать не буду, наверное. Или все-таки откроем. Сейчас, аккуратно. Секундочку. Вот такие вот у нас декали. Довольно тоненькие. Здесь у нас приборная доска отдельными приборчиками прям. Номера, эмблемы. Ну и немного технических надписей, различных обозначений. То есть довольно качественная такая декалька, хоть и маленькая. Что ж, дальше будут фотографии. Самолет довольно интересный. Сборка, я думаю, будет не очень сложная, зная качество исполнения. Ходит босс. Я уже сталкивался с этой компанией. Поэтому сложности, я думаю, не должно возникнуть. Что ж, на этом закончим. Смотрите фотографии ледников. Пишите, комментируйте. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, чтобы быть в курсе происходящего. Думаю, скоро начнем тоже эту стройку. Ну, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.